Кирилл, расскажи о своем проекте. Мы создаем проект Marketplace частных коммерческих перевозок. По сути, соединяем две разные аудитории – частных перевозчиков и заказчиков и профессиональных перевозчиков и бизнес-заказчиков. Что уже сделано на данный момент? На данный момент 20 июня мы запустили на iOS-платформе мобильное приложение. 20 июля планируется запуск на Android. То есть работаем в сторону прототипа по B2B. В чем заключается амбициозная цель вашего проекта? Наша цель – это отработка проекта на территории России и стран СНГ, и пошагово двигаемся дальше. Что вы ждете от стартап-шоу? Ну, в первую очередь, обратную связь от инвест-сообщества, ну, информационный повод, как бы, скажем так. И денег. Ну, конечно, безусловно, необходимо инвестиции привлечь. Да. Я желаю вам успеха. Спасибо большое. Меня зовут Кирилл, я представляю проект Гэбби, маркетплейс частных и коммерческих перевозок. В первую очередь хотелось бы сказать о наших аудиториях рынка. В данном случае customer to customer – это, по сути, каждый из нас частный человек, который может быть либо перевозчиком, либо заказчиком. В данном случае частных посылок личных вещей. Вторая часть нашего проекта – это рынок B2B. По сути, в данном случае мы говорим о малом и среднем бизнесе и профессиональных перевозчиках. Какие мы видим проблемы рынка C2C на данный момент? Все сегодняшние способы доставки посылок, оказии и прочего, на наш взгляд, они достаточно устарели. И мы предлагаем новый способ оптимизировать данную, скажем так, возможность. В данном случае еще хотел сказать проблемы рынка B2B. Малый и средний бизнес стремится сэкономить и тем самым снизить свои затраты на логистику. Это, на наш взгляд, является необходимой оптимизацией для любого бизнеса. Если брать проблемы рынка грузоперевозчиков, у них задача больше заработать и загрузить свой автомобиль туда и обратно, то есть в обратный рейс полную загрузку. Наше решение, мы по сути создаем некую синергию, которая позволяет нам соединить две, на первый взгляд, разные аудитории частников и профессиональных перевозчиков и бизнес. Это позволяет нам быстрее развиваться, так как достучаться до частного человека проще и способов продвижения больше. Что хотел сказать по конкуренции. На данный момент конкурентов немало, но с единой площадкой мы никого не нашли, возможно, не там искали. В принципе, бизнес-модель. Бизнес-модель C2C, она достаточно простая. Она не требует набора миллионов пользователей, потому что мы предлагаем расширенную платную версию, которая в виде альтернативы позволяет людям платить, либо не платить, это их выбор. Второй способ монетизации C2C рынка – это комиссия от сделанных покупок через наш сервис, гарантированных покупок. Бизнес-модель B2B, она тоже достаточно простая – это комиссия от стоимости перевозки, причем разделенная между заказчиками и перевозчиком и достаточно существенно ниже, нежели процент сегодня экспедиторам или других сервисов. Инвестиции, которые нам необходимы, это 500 тысяч долларов. Этой суммы хватит нам для того, чтобы достичь всех запланированных результатов, выйти на самоокупаемость и начать зарабатывать. Также я хотел сказать про команду. У нас команда достаточно профессиональная. Наши технические специалисты готовы выполнить любую техническую задачу. Любую. Я в этом уверен. Также у нас есть специалисты маркетинга, продаж, ну и создания собственной компании. Что хотел сказать по этапам. На данный момент, я уже в превью было сказано, что мы запустились на iOS и Android. На данный момент более 2500 установок, в более 22 странах мы уже имеем установку. И двигаемся дальше в сторону платежной системы внедрения, ну и реферальная, и B2B. Ну, собственно, и все. Да. Спасибо за внимание. Готов выслушать ваши вопросы.
Вот мне на блондинке я хочу уточнить. Значит, есть конкуренты, я общаюсь с этими конкурентами. Есть конкуренты, но конкуренты или одного рынка, да, или другого. А вы отличаетесь тем, что вы их смешиваете. На самом деле, так как мы соединяем две платформы, мы считаем, что конкуренты есть и там, но единого решения нет. Это нам позволяет, на мой взгляд и на взгляд нашей команды, быстрее развиваться, нежели отдельно B2B-сервис, если взять конкретно B2B, потому что маркетинг B2B, он достаточно непростой, достучаться до бизнеса непросто. Но сарафанное радио, по сути, каждый пользователь C2C может быть сотрудником, собственником и прочей компании B2B. И тем самым идет сарафанное радио, которое позволяет нам быстрее расти. Сейчас вообще коллаборация всего на свете, она в тренде. Вот, знаешь, такое прям переплетение. Я тоже постоянно призываю всех, давайте как вот коллаборироваться и за счет этого извлекать прибыль. Тут мысль в другом. Вот маркетплейс, да? Нужно же заполнение с обоих сторон. Каким образом вы привлекаете? Нет, как раз таки модель взаимодействия, она имеется в виду с точки зрения именно соединения этих разных аудиторий, позволяет им просто, грубо говоря, коммуницировать дальше. Если взять C2C связь между собой, то здесь простая рекомендация. То есть мы предлагаем размещать заявку, создавать поездку, в случае поездки зарабатывать, в случае заявки искать исполнителя, да, быстро и как бы учитывая рейтинги, отзывы, историю, статистику перевозок и прочее. Если взять B2B, то здесь совсем другая история, поэтому B2B будет чуть-чуть позже, мы сейчас только разрабатываем прототип. Вот. Но в целом там будет гарантирована оплата перевозчику, что для него важно, потому что перевозчики сейчас, получая заказ, привозят, выгружают и потом ждут денег долго от заказчика. Ну, так не часто так бывает. Также у них есть проблема загрузки. Туда неполная машина уходит и обратно, как правило, цена ниже и, как правило, сложно найти обратно. А что мы даем бизнесу и хотим дать? В данном случае мы хотим дать гарантию того, что они с максимально низкой ценой найдут себе машину быстро, оперативно. И тем самым также есть страховое решение, которое позволит им гарантированно отправить свой груз. Ну, то есть я понимаю, что это ваши основные клиенты, это средний и малый бизнес. Ну, скажем так, важно экономить. Даже 1000 Малый, да, даже 3 малый. У бизнеса возможностей больше, поэтому в первую очередь мы нацелены на малый и средний бизнес, где оптимизация каждого рубля, она более важна. То есть, если есть такая проблема, то, наверное, по схожие чем-то рынки в Индии, в Китае, вы рассматривали там конкурентов на этих площадках? Ну, Индия, Китай мы не нашли никого пока, а в Америке есть Cargomatic, TrackerPass. Эти компании привлекли десятки миллионов долларов инвестиций. Есть в России проект VisiOp7. По сути, они тоже уже привлекли инвестиции, они уже далеко ушли вперед от нас в данном случае. Но тем не менее. Они схожи также тем, что они смешивают. Нет, они не смешивают. Нет, смешивают нет никого, по крайней мере, мы никого не нашли. Не нашли. Нет. Я вообще не вопрос. Я просто мне что первое приходит в голову, что я когда делал переезд в Сочи, мне это стоило около 80 тысяч перевести внутрь шмотки, а из Сочи мне стоило 24 тысячи перевести. Вот это единственное, что мне приходит в голову, я не понял, какая там модель, но чувствую, что здесь что-то будет более интересное. Маленький пример приведу. Если мы возьмем рынок такси, который буквально несколько лет, а может быть 5 лет назад, такси нужно было ждать час и платить в 3-4 раза дороже, нежели сейчас позволяет Uber, Get, Яндекс и прочее. То есть здесь аналогия такая же. Мы стремимся создать, оптимизировать время поиска, стоимость и, грубо говоря, удобство. В общем, теперь всем все понятно стало. Есть ли вопросы у зала? Вопросов нет? Ну, на чем зарабатываете? Но я так понимаю, это очевидно, да, было сказано. Ну, повторите, на чем вы зарабатываете, сколько на. Ну, сколько денег, 500 тысяч нужно? А сколько уже инвестировали? В данный момент на этапе идеи я привлек частного инвестора, ну, как бы. Он здесь? Нет. Он, в случае, не здесь. Он жив? Жив. А он с вами пойдет в следующий раунд?
Пойдет. Пойдет? Да. Да. Это, да. $75 тысяч и совсем небольшая сумма, но мы сделали достаточно уже много. Не, круто, мне очень нравится. Очень хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо вам.